Зайналабит Нухаевич Батырмурзаев – известная историческая личность, талантливый поэт и драматург, родом из селения Аксай Хасавюртовского района. В 20 лет получил признание народа как прозаик и публицист. Рано осознал долг борца за общественные идеалы. Вместе со своим отцом и другими просветителями он организовал в Хасавюрте, ставившее своей целью просвещение народа, театрально-литературное общество «Танк Чолпан». В этом году республика отмечает столетний юбилей Батырмурзаева. По этому случаю на площади Хасавюрта, которая носит его имя, прошло памятное мероприятие. Чтобы отдать дань памяти и уважения, собрались работники администрации, общественность города и студенты педагогического колледжа. Выступая перед собравшимися, глава города Зайнудин Акмазов отметил о достижениях писателя в области просвещения, находящие свое признание и по сей день. Тогда еще призывал изучать историю родного края. Он писал об истории, он говорил, что Дагестан имеет богатую героическую историю. Он призывал изучать и сохранять родные языки. Далее выступила студентка педагогического колледжа, который также назван в честь Зайналабида Батырмурзаева, Замира Дамигова, которая подчеркнула, что студенческая молодежь Хасавюрта должна следовать принципам, о которых не раз в своих произведениях упоминал публицист, и процитировал несколько его изречений. «Не имеющий понятия об истории, – писал Зайналабид Нухаевич Батырмурзаев, – в дни свободы окажется в заблуждении, не будет знать, по какому пути и в какую сторону надо идти, чтобы остаться целым и невредимым. История одного народа – это зеркало, – говорил Батырмурзаев, – которое полностью показывает его существование, происхождение, недостатки, достоинства, жизнь, способности». Данное мероприятие было организовано по инициативе отдела по делам молодежи в целях духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения. Кульминацией памятной акции стало возложение венков и цветов у мемориала. Бека Сулейманова, Самат Гакаев. Информационная программа «Пульс».